несмотря на плохую погоду, мороз, мы сделали мастер-класс, написали гору Арарат с фотографией. Следите за моими мастер-классами. Дальше я покажу, как делать более профессиональную вещь, то есть с использованием этюдов и фотографий. Потому что так, в принципе, делают все профессиональные художники. Чтобы они там не говорили, они, конечно, используют фотографию. Как только фотография появилась на этом свете, ее тут же начали использовать. Но, конечно же, с этюдом в руках фотография оживает в виде настоящей картины. Вот это будет все показано в дальнейших уроках. Еще раз смотрим правильность выбора. Правильность решения. Правильность величин. Еще можно сказать. Поскольку
Мы не срисовываем фотографию, мы можем здесь что-то менять. Двигать так, как нам выгодно, удобно для решения наших задач. Поэтому храм мы можем сделать огромный, можем сделать маленький. Это наше решение. Фотография в этом проигрывает. Конечно, можно в фотошопе это все делать, но фотографы редко к этому приходят, в отличие от художников, которые постоянно меняют композицию. Совсем ближе к горизонту мы берем чистый ультрамарин. Ближе к горизонту мы взяли чистый ультрамарин. Понятное дело, что никто спросит, зачем. Ну, просто так надо, и все запомните. Иначе гора не будет светиться. То есть это мы сделали с растяжкой охры, здесь снизу ультрамарин. Надо небо как заворачивается туда и оттеняется белая гора. Thank you.
сделаем просто рисунок, подкладку, по большому счету. Ну, коль часто задаваемые вопросы цвет, все делается на ультрамарине с добавлением английской красной. Лепим по форме, по теням. Потом это еще все будет прописываться. Придется ее повыписывать. Здесь еще есть такой нюанс. У нас задача сделать это все в раз. А по большому счету, конечно, для свежести цвета подмалевок надо бы оставить на высыхание дня на три, а потом уже белилами по сухому пройтись, тогда будет намного круче.
А в это время на улице минус 35 градусов. Чтобы люди понимали, это Переславль-Залесский. Но мы не печалимся, а работаем дальше. Причем в праздничный день, что характерно. На улице снег, мы и снег пишем, только немножко в другом регионе. Надо постоянно чистить палитру. Для того, чтобы был цвет чистый. Если сюда добавить в голубое охру, будет зеленый. Желтый добавить, будет зеленый. Красный добавить, будет фиолетовый. То есть не будет чистоты цвета. Поэтому для чистоты цвета лично я всегда чищу палитру. Ну и настаиваю, чтобы ученики то же самое делали. Повторяю еще раз, что лучше, чтобы вот гора высохла. Дать ей высохнуть дня на три. А потом уже дописывать яркими цветами. То есть мы нарисовали тени на горе, теперь должны положить свет. В данном случае у меня белило с добавлением желтых. Пытаемся положить белило по форме, засветить гору. Можно представить, что солнце находится где-то вот здесь, поэтому вот эти плоскости надо осветить.
определенных навыков в рисунке. Это очень тяжело все сделать. В данный момент мы рисуем кистью. Так, все, гору пишем, но скоро уже, может быть, и к переднему плану. Ребята, все тем же цветом. Это все те же цвета. Это все тот же черный цвет. Нет, это ультрамарин и английская красная. Ну, кое-где обычная охра, точнее не обычная, а желтая. Охра желтая. Отдельно делал сначала задний план, теперь передний, потому что передний будет весь горячий, темный, а задний нежный, голубой, розовый, чтобы не было смешений лишних на палитре. Вот, сделал сначала задник.
принципе, это как бы все равно, с чего там начинать. Теперь подмалевываем передник. В смешении получается как акварельный. Понятное дело, что в современной палитре, в сегодняшней палитре, 20. Иначе, типа лессировочный, полулессировочный, с один товарищ в ютубе, типа вопроса задал, я так называю. Для удобства. То есть, если вот так вот прозрачненько можно перекрыть, и она будет светиться, как акварель, вот это прозрачная краска. Задний план здесь быстренько сделали, там какие-то поля, деревья, все это достаточно быстро и просто было, с подмалевками зеленым. Здесь вот есть интересный нюанс по поводу церкви, потому что мы подмалевали в принципе горячими красками, с коричневым, а сейчас сверху мы должны пройтись холодами, то есть грубо говоря серыми. Тогда она этот храм оживет. Thank you.
сделали как бы тень, написали, подмалевали. А потом начали класть цвет. Это, понятное дело, с добавлением желтых, разных желтых. И оранжевое, и разбили желтое темное, кадмий желтый темный. Укладываем. Свет. Конечно, опять посыпятся вопросы, а какой цвет берете? Какой? Холода. Потому что подкладка горячая. Ну вот, поэтому в данный момент фиолетовый сохрый.
Так, сейчас просто пишем зелень. Нас это веселит. Это зеленый с желтым. Кое-где добавление охры. Ну, естественно, белила. Здесь на переднем плане у нас виноградники, и мы в данный момент работаем прямо с зелеными. Я беру открытый зеленый цвет. Так, это еще не все. Нам же у этой всей травки тоже надо тенечки всякие нарисовать. Там же тоже есть объемы. С охрами. С горячими всякими коричневыми. Тени мы делаем холодные, синие такие, такие очень синие. Осталось буквально три штриха, да? Первый. Это все-таки как-то листики эти как-то написать. Чуть-чуть. Буквально, ну чуть-чуть.
здесь это все можно еще делать, листики всякие вырисовывать, блески на листиках. Долго, но основная работа сделана. То есть как писать фотографии и получать практически натурную вещь, вы сейчас и увидели. Завершено.